Каждый год в один из осенних октябрьских дней поклонники Эфтерпы зажигают свечу, символ районного дня поэзии. И пока она горит, звучат стихи. Праздник творчества – инициатива Валерия Опица, заслуженного работника культуры Кубани, который еще в 2011 году решил, что у районных поэтов должен быть свой день. На этот раз мероприятие провели в библиотеке станицы Азовской. Собрались здесь почитатели поэзии из разных станиц и поселков, разного возраста и сферы деятельности. Всех их объединяет одно – любовь к искусству. Не прячьтесь от дождя. Вам что? Рубашка ближе к телу? Рубашки вас хоронят, належитесь. А вот таких прохладных струй, что льются с неба, и быстровы смывающих, и листья полощущих направо и налево, их вам увидеть будет не дано. Смотреть на дождь? Какая ерунда! 100 раз я видел море на картинке, а проку ни на грош. Особенное наслаждение гостям мероприятия подарила поэтесса из станицы Азовской Юлия Никифорова. Призналась, что любит хэппи-энды, поэтому в ее стихотворениях прекрасные принцессы находят свою любовь, а судьба благоволит Татьяне Онегину. Наивность и вера в чудо погибли в бою неравные. А вы что отдать способны за память? А самое главное, руками во тьму по локоть привычный сюжет нарушу. Дрожат на бумаге буквы. Готовы, берите душу. В мероприятии принимали участие не только уже известные поэты и чтецы, но и юные исполнители, для которых это было впервые. Северский район богат талантами и теми, кто любит и ценит искусство, делающее нас немного счастливее, а мир красивее и добрее.